Всем привет, подписчики русского дрила. Мы в шоке, мы увидели эту пару. Мы были в полном шоке, что творится. Нас всех вели за нос, это обманка. Мы в шоке, ребят. Это шок-контент. Пара года воссоединилась этим летом. Это пиздец. Что происходит с этим миром? Зачем они тогда расстались? Зачем? Чего оно стоило? Того, чтобы они сейчас опять гуляли и нас обманывали? Мы просто так это не оставим. Я и Ярослав проводим расследование. Откроем глаза на всю эту ситуацию. Меня зовут Виктория Секрет, и мне 17 лет. Моя жизнь сломана после расставания с русским дрилом. И я не знаю, как это пережить. Меня зовут Влад, и я русский дрил. И моя карьера пошла вниз, после расставания с Викторией Секрет. Я не знаю, что мне сделать, ведь я очень потерян. Русский дрил на сцене. Всем здравствуйте. И сегодня мы будем разговаривать с бывшей девушкой русского дрила. Ну здравствуй, Кобель. Привет. Че, нагулялся? Да, вообще просто шикарно. Я видела твою новую телку, блин, 11-летку. Это все рофл. Мы с другом это все рофл? Построили. Да, это что все, такое рофл? Это все неправда. Ну, то есть неправда. Поистине подписчиков, что такое рофл? Я ну, то есть мы знаю. С другом это решили. То есть подговорили за 50 рублей, короче. Чтобы она с нами поснялась. Вы это еще запикайте потом. Заплатили 50 рублей. Да, она потом пошла купить себе. Точнее, купила себе попить. Итак, русский дрил, почему вы расстались с Викторией Секрет? Ну... Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Ну, как сказать? Ну, если честно, там было видео на канале. Ну, не на моем канале, конечно, а на канале Виктории, там. То, что измена, там девушки в бане были. Ну, вот поэтому, наверное, расстались. Ну вот это все монтаж, то есть не верьте, то, что это все девушки в бане. То есть ты мне изменил, а я еще виновата, потому что я видео записала, да? Ты это имеешь в виду? Блин. Просто кабель, блин, бишный. Скажите свое оправдание. Я скажу, что это было все подстроено, это все монтаж. Кто это сделал? Ты? Не знаю, это... Ты? Я не подстраивала. Не знаю. Да хуй, если я тебя люблю. На что тут говорить-то? Этот, что ты смеешься? Господи, ущербный. Что тут говорить-то? Мне скинули фотографию, где этот русский дрил с тёлками в бане. Извините меня за такие выражения. С тёлками в бане. Да, что ты смеешься? Я да. Не смеюсь. Раздеться не успела, они уж тебя голые встречают. Нормально, блядь? Это монтаж, блядь? Всё. Монтаж, блядь. Слышишь еще на монтаж, блядь. Короче. Ну я не стала это терпеть. Я же не терпила какая-нибудь, как этот. Что ты пасть свою закрыл? Ну вот так. Я сразу засняла видео, то что я в эту же секунду просто... Я вообще, мне было очень-очень грустно, я вообще, я расплакалась. Я села, сразу сняла видеоролик, выложила в эту же секунду, в эту же минуту, потому что я не могла это терпеть. Это очень унизительно было с его стороны. Ну то, как еще такого человека еще, блядь, стримы его смотрят. Четыре человека. Кто эти люди? Кто эти люди? Его аккаунты вторые? Его брат? Я не понимаю, честно. Это вообще, это был удар ниже плинтуса. Но я бы не... Сейчас вопрос стал только у меня или у всех. Нахуй мне эта информация? Вот я не понимаю. Но... С цветами, вот тут можно увидеть фотографии. Но я его не простила, но чувствовал он в груди у меня. Они бы не остались. Итак, господа, вы любили друг друга? Влад, да. А ты, Влад? Если честно, то да. Но мы не сладкие! Влад, может быть, мы начнем все сначала? Не знаю, точно не могу. Какая драма.
Как это? Я ж тебя люблю, все-таки. Давай, начнем все сначала. Я сказала! Зачем? Слушай, зачем? Ты меня не любишь? Что за пауза? Ну, не знаю. Я типа лаха пропишу. Ты меня что, не любишь? Ты меня не любишь? Все, блин. Это ты мужчина или кто? Конечно, я. О чем говорить будем? О наших отношениях с тобой. Я как женщина вообще не имела права тут первый какой-то диалог с тобой начинать, да? Ты должен был свою инициативу проявить. Ты говорил то, что ты очень сильно... Неужели у тебя за, не знаю, сколько месяцев, там, месяца четыре у тебя пропали ко мне чувства? Уже? Все? Забыл меня, да? Почему не забыл? Не забыл? Переписка-то есть-то. Все есть. Ты перечитываешь Подарки все это есть. Ты перечитываешь наши с тобой переписки? Ну, если честно, то да. Ты вспоминаешь о нашей любви? То есть ты меня не забыл, ты меня любишь до сих пор? То есть тебе грустно бывает? Потому что мы расстались. Ну, в принципе, нормально. Что-то у нас уж мы говорим, что уже слезки идут. Нет, нормально. Я рыбка. Ну, вообще все сначала. У тебя другая есть? Нет, у меня другой, я один. А я? Как же я? Твоя Виктория Сикль. Бывшая девушка русского времени. Ну, уже я хочу стать обратно нынешней, переименовать свой канал. Ой. Что такое? Яйца выпало? Ничего не выпало. Ну что, начнем все сначала или нет? Пожалуйста. В затруднении пока что. В смысле, почему? Почему проблема твоя? Ну, в принципе, то... Что? Да. Что да? Что да? Сначала. Что сначала? Начать. Что начать? Я хочу быть с тобой, понимаешь? Не знаю даже, какая может причина. Я не могу с тобой встречаться. Почему? Я не знаю причину. Я не знаю причину. Давай начнем все заново. Все сначала, что? Ну давай. Мы снова вместе. Я и он. Влад и Виктория, мы снова вместе. Ждите новых влогов. Украду тебя в ночи, буду твоим хабиби. Это столик VIP. Ты ко мне летишь, моя, летишь, моя.